Всем привет! Сегодня выходной, и пока муж дежурит на кухне, обзор на самодельный штроборез буду делать я. Будет интересно! Погнали! Итак, для изготовления штробореза были использованы ручка от рубанка, доска длиной 35 см 50 на 150, рейка 35 см 50 на 50 и черные саморезы. Прибиваем рейку к доске, фиксируя нужный отступ. В данном случае составило 8 см. Наличие рейки позволит при движении штробореза отступать всегда на одинаковое расстояние от края. Теперь вкручиваем саморезы вдоль движения штробореза. Тут все просто. Чем больше вы крутите саморезов, тем больше усилий нужно будет приложить. В идеале, конечно, можно прикрутить 3 самореза, и штроборез будет скользить как по маслу. Нам нужно сделать не просто прорезь в блоке, а именно штробу, в котором будем укладывать арматуру. Поэтому мы закручиваем по одному саморезу и проводим так до тех пор, пока не получим желаемый результат. При закручивании мы должны контролировать, какой у нас будет штроба, то есть ее глубину и ширину. С первого раза может не получиться. Самодельный штроборез лучше всего делать из желтых саморезов. Это была наша полезная самоделка. Пользуйтесь на здоровье. С вами была Надежда. Если вам понравился выпуск, пишите об этом в комментарии, и я для вас могу озвучить что-нибудь еще. Пока-пока!